Новинка от компании Holster к летнему сезону 2018 года. Слегка модернизированный костюм Drost. Этот вариант будет называться у нас Drost New. Яркая отделка в виде лаймовых молний вышивки. Создает хорошее приподнятое настроение. Костюм изготовлен из ткани Cotton Peach с бархатистой отделкой. Ткань такая приятная на ощупь, тактильно очень приятная. Состоит на 70% из натурального хлопка и 30% полиэфира. Поэтому ткань очень неплохо дышит, хорошо используется в жару, но при этом за счет наличия полиэфира в составе ткани достаточно износостойкая, прочная и долговечная. Капюшон, рукава на резине, верхний нагрудный карман Наполеон, большой карман кенгуру на животе и два кармана на молниях, в которые удобно убрать более ценные какие-то вещи, предметы. По спинке в данном костюме у нас предусмотрена вентиляция. Вот такая вот отлитная кокетка, внутри сетка для хорошего воздухообмена. Брюки без застежки на эластичном поясе, шлевки под широкий ремень и стяжка по низу брюк. Для удобной заправки внутрь берцев или затягивания вокруг берцев, для того, чтобы не попал какой-то мусор. Два верхних кармана. Костюм Drost New.